В Югре злоумышленники обманули пенсионера почти на 2 миллиона рублей. По информации окружного МВД, жителю Радужного позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. По его словам, со счета потерпевшего якобы списали деньги. Чтобы сохранить финансы, югорчанин должен был сделать несколько переводов на разные счета. К слову, на тот момент на счету потерпевшего был вклад 2 миллиона рублей – деньги от продажи недвижимости. В этот же день он дважды перевел на разные банковские карты по 350 тысяч рублей. После мнимый сотрудник безопасности вновь связался с мужчиной и сообщил, что им удалось запустить процесс по отслеживанию мошенников. Но для того, чтобы их остановить, требуется еще несколько денежных операций. Похожие махинации происходили несколько дней. Мошенники придумывали разные версии, чтобы обнулить вклад югорчанина. В тот момент житель Радужного заподозрил, что его обманули. Обратился в банк, взял выписку по счету и направился в дежурную часть с заявлением. Сотрудниками следственного отделения МВД России по городу Радужному по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.